Сочные ароматные тефтели из индейки с грибами, в томатном соусе маринара – отличное решение для обеда или ужина. Дополнив тефтели пастой, получим яркое блюдо в итальянском стиле. Соус маринара можно купить в магазине, но вовсе не сложно приготовить его самим. Всего-то и понадобятся спелые томаты, чеснок, орегано и хорошее оливковое масло. Если вы решили приготовить соус сами, измельчите помидоры в собственном соку блендером вместе с соком. Налейте в сотейник оливковое масло, выжмите через пресс чеснок. Слегка прогрейте чеснок в масле и залейте томатной массой. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте немого орегано и на медленном огне дайте соусу загустеть. Грибы измельчите в кухонном комбайне в крупную крошку. Также измельчите лук. Обжарьте грибы с луком на ложке масла до мягкости. Остудите. Филе индейки пробейте в комбайне в фарш. Добавьте к индейке грибы, просеянные молотые сухари, белок одного яйца, немного натертого сыра, хорошо бы пекарина или пармезан, но вполне сойдет любой твердый. Посыпьте фарш солью и перцем, добавьте немного итальянских трав и хорошо вымешайте. Влажными руками скатайте тефтельки размером с шарики для пинг-понга. Налейте на дно формы немного соуса и выложите тефтельки. Залейте сверху соусом и запекайте в духовке при температуре 200 градусов минут 20-25. Вы также можете потушить тефтели в сотейнике на среднем огне. Подавайте тефтели с пастой на гарнир, щедро полив томатным соусом и украсив свежей зеленью. Бокал белого вина очень рекомендуется.